Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дариди, и мы играем с вами в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в игрушку «Дневники тайн». Что ж, давайте начнем. Убийство в Салеме. Две старые смерти произошли в Салеме. Местные СМИ говорят, что они связаны с колдовством. Интересно. Новая охота на ведьм? Нужно все разузнать. И едет. Твою ж мать, что это было? Твою ж мать. Она водиться-то научилась? Водиться. Водить не научилась. О боже, что случилось? Моя машина. Как я теперь доберусь до Салема? Нужно осмотреть машину. Может, найдется что-то полезное. Давайте. Багажник машины. Загрузка. Так, в списке 5 объектов. Начнем с нажатия по цветку. Отлично, вы можете воспользоваться компасом в любой момент, чтобы найти спрятанные объекты. Попробуй. Так, ножницы, окей. Было несложно, теперь нужно найти оставшиеся предметы из списка. Огнетушитель зеленый. Зеленый спальный мешок. Кроссовки. Кроссовки. Зеленый шпальный мешок. Огнетушитель. Это все легко и просто. Это мне нравится. Найдите последний. Остался один предмет. Спички. Замечательно. Спички, они сделаны для походного использования. Они сделаны для походного использования. Так, кто-то в опасности. Нужно идти туда и помочь. Как я вовремя попал в аварию. О, что? Что это было? Что это? Рюкзак. Нужно добраться, подобрать его. Рюкзак. Внутри есть аптечка. Интересно. Прошу, помогите. Быстрее вперед. Помогите, помогите. О боже, раненая девушка. Нужно поговорить с ней и выяснить, могу ли я помочь. Может быть, это специально дух сделал так, чтобы я попал в аварию, чтобы кому-то помог. Так, помогите, пожалуйста, принесите мне мой рюкзак, там есть аптечка. Возьми рюкзак. Спасибо, меня зовут Ева, нет времени, нужно торопиться. Я Джейн, что происходит? Что случилось? Да блин, какие страшные звуки. О нет, это снова повторяется. Огонь, нужно разжечь огонь. Нужно собрать необходимые для костра предметы. Листья. Замечательно. Травка. Блин, сейчас дымом... Так костер не делают, идиоты. Так, отлично, нужно собрать еще немного, и мы закончим. Нужно ветки хотя бы собрать. Шишки, блин. Из сосновой шишки. Вам нужно эти предметы, чтобы разжечь костер. Бревна не хватает. Вы можете получать материалы, кликая по объектам на каждом экране. Окей, развели огонь. Мне нужно разжечь огонь, используйте спички. Хорошо. Отлично. Так, Джейн, нам нужно уходить отсюда сейчас же. Двое моих друзей были убиты, и я думаю, пришел мой черед. Они только разожгли огонь и уже сматываются. Зачем тогда разжигали огонь? Его надо потушить тогда. Вот идиоты. Так, твои друзья. Извините, что я так выражаюсь, конечно. Игрушка реально, ну, прикольная. Я просто про самих персонажей говорю. Так, а игрушка мне понравилась. Так, твои друзья, я направляюсь в Салем, чтобы сделать репортаж про два убийства, обозначенных как начало новой охоты на ведьм. Ну, какой страшный. Отведи меня в безопасное место, и я тебе все расскажу. Нужно спешить, ты не представляешь, что за монстр у нас на пути. Не, реально прикольно. Эпизод 1 завершен. Общий счет 1,5 миллиона, бонус сцены, бонус коллекции, бонус времени. Я знал, что смогу. Мастерство сцены 74. Продолжить? Да, конечно. Так, ведьма Салема. Блин, отправлять пока не будем, это слишком долго будет.
Так, мы должны выбраться из этого леса сейчас же. У меня плохое предчувствие насчет этого места. Есть фермы недалеко отсюда. Я знаю владельцев, уверен, что они нам помогут. Отлично, пойдем. Нужно попасть на эту ферму. Подожди, я не могу ходить. Боюсь, тебе придется идти одной. Тебе понадобится карта, чтобы найти путь. У меня есть карта в машине. Подожди, я схожу за ней. Прочь из леса. Так, это список заданий. Здесь вы найдете доступные задания. Вперед. Так, багажник машины. Нажмите на в любом месте, чтобы нажать. Перейдите в полноэкранный режим. Я не хочу. Так, ножницы. Ключ от чемодана. Ноутбук. Ноутбук, ящик инструментов. Туфли. Где же ты, ноутбук? Странно, что я не вижу ноутбук. А, вон он. Найдите последний. Так, карта. Самая легкая. Я знал, что смогу. Отличный результат. Так, продолжим. Ведьмы Салема. У меня есть карта. Как мне попасть на ферму? Ферма называется Гранж Хилл. Посмотри на карту, и она совсем рядом. Так, а некоторые здания требуются время на выполнение. Нажмите кнопку старт, чтобы запустить их. Ускорьте действие, используя алмазы. Просто нажмите на кнопку мгновенно. Хорошо. Вот она, ферма Гранж Хилл. Не так далеко отсюда. Могу добраться туда за пару минут. Получить награду и поделиться с друзьями. Так, ферма Гранж Хилл, вот и я. 35 стоит энергии, ну давайте. В поисках помощи. Нет, не надо. Ева, вот карта, что дальше? Спасибо, Джейн, я отметила ферму на карте. Приведи помощь. Используйте карту, чтобы добраться до фермы. Так, новая цель. Очень страшный лес, мне нужно найти помощь. А, вижу дом в конце дороги, нужно идти туда. Найдите подходящий транспорт, чтобы помочь Еве, и возвращайтесь в кемпинг. Используйте карту, чтобы добраться до фермы. Так, используйте искрящуюся подсказку. Если застряли, она подскажет вам, что можно сделать. Нажмите на кнопку и попробуйте. Типа иди туда. Ух ты, собака. Гав-гав. Так, ой, это собака, нужно укусить. Ой, эта собака точно укусит меня, если я пойду ближе. Нужно найти способ отвлечь. Пугало? Пугало, загрузка, подождите. Так, монета, удобрение, лейка, яйцо. Монета, удобрение, лейка. А, удобрение яйцо. Яйцо я нашел. А как выглядит удобрение? Мазать можно сколько угодно, раз интересно. Я так усердно ищу, лучше отдохнуть немного. Вернемся через какое-то время. Нельзя вот так тыкать. Ну-ка, 5 секунд, нам штрафы дают, интересно. Да, ну это специально, чтобы не тыкали просто так. Вот, наверное, удобрение, нет? Окей, найти последний объект. А, косточка. Пфф, это проще простого. Кость, немного пожевать кость. Давайте бросим ей кость. Отлично. Так, мы прошли дальше. Эй, есть кто дома? Никто не отвечает, нужно подойти поближе и все рассмотреть. Фермерский дом. Загрузка.
Так, ведро, подкова, кукла, буйвол, ведро и последний предмет. Ключи. Почему-то я хорошо нахожу предметы. Ключи от грузовика. Ключи, чтобы завести грузовик. Отлично. Так, никого нет, но я нашла ключи от грузовика. Думаю, никто не будет против, если я использую грузовик, чтобы помочь Еве. Я думаю тоже, что... Ну давай, не подведи меня. Прикольно так игрушку сделали, мне понравилось. Звучит не очень хорошо, еще разок давай. Варм. Ух ты, блин. О нет, сегодня мне не везет с машинами. Похоже, мне нужны какие-то детали, чтобы починить ее. Да, ты крашеная блондинка. Ладно, шучу. Шурупы нужно найти и свечи зажигания. Советы вы можете получать материалы, кликая по объектам на каждом экране. Но я энергии много израсходую. Немного осталось. Еще одно осталось. Все, наконец-таки. Отлично, теперь я могу вернуться и помочь Еве. Прикольно, анимация, все, мне нравится. А вот костер, да, они не ушли, все, это правильно. Погрелись хоть. Так, я вернулся, Ева, нужно идти, надо отвезти тебя в безопасное место. Спасибо, Джейн, я не знаю, что я без тебя делала бы. Ужас в ее лице. Осторожно. Нифига себе, кто-то ударил меня дубинкой. Эпизод 2 завершен. Отличный счет. Так, ну сюжет затягивается. Что случилось? Заинтриговали. Продолжим. Отлично, поздравляем, вы завершили последнее приключение. Поделитесь этой новостью с друзьями. Ой, моя голова очень больно. Кто-то или что-то ударило меня. Где Ева? Она пропала. Боже, что же делать? Думать, Джейн, нужно обработать мою рану в первую очередь. Уверена, ей Ева оставила аптечку где-то здесь. А мне не хватает энергии. У меня есть чашка кофе. Отлично. Найдите аптечку в кемпинге. Хорошо. Так, сэндвич, лопата, походная корзина. Походная корзина. Жемчуг, фонарь. Сэндвич. Ух ты, даже какая-то рысь. Так, лопата, жемчуг, фонарь. Фонарь. Жемчуг. Лопата, лопата. Как же она выглядит? Вот она. И последний предмет. Аптечка. Вот она. Замечательно. Я узнала, что смогу. Я знала, что смогу. Внимательность у меня стала получше. Раньше у меня плохая внимательность была. Так, продолжаем. Ведьма Салема. Так, поздравляем. Теперь у вас второй уровень. Награда 30. Плюс 30 энергии. Отлично, мне лучше. Нужно позвонить Бену, моему редактору, он поможет мне, как и всегда. Найдите аптечку. Это я нашел, позвонить редактору Бену. Алло. 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 А, Бен, я не знаю, что мне делать. Мое прибытие в Салем оказалось более проблематичным, чем я ожидала. Что случилось? Ты в порядке? Я в порядке, расскажу потом. Пропала девушка, и мне нужно помочь ей. У нас мало времени.
Спокойнее, Джейн, спокойнее. Не забывай, что это твое первое журналистическое расследование. Такие вещи случаются постоянно. Когда ты на местах, я помогу тебе. Я знаю кое-кого в Салеме. Ему нужно доверять. Найти офицера полиции Марка Стюарта. Он поможет. Он сможет тебе помочь. Поговорите с офицером Стюартом. Цена... Мне не хватает звезд. Играйте сцены и эпизоды, чтобы получать больше звезд. Некоторые задачи требуются звезд. Переиграйте сцены и эпизоды, чтобы заработать их. Ну вот, скоро мы заработаем еще одну звезду. Так, пума. Плеер. Сковородка. Книги. Швейцарский нож. Одеяло. Одеяло. Бинокль. Плеер, книги, аптечка. Аптечка, книги. Плеер. Плеер. Вот он. Отличная работа, Джейн. Продолжим. Так, теперь я могу поговорить с ним. Офицер, я была свидетелем пропажи девушки. Она была со мной, а теперь пропала. Ее зовут Ева. Странные вещи происходят в последние дни. Это беспокоит. Можете сказать, где видели ее последний раз? Не уверена, где-то в лесу, но я могу показать вам это место. Сходим туда позже. Сейчас есть более важные дела. Давайте даже не думайте возвращаться туда самостоятельно. Я не могу ждать офицера Стюарта. Ева в опасности. Нужно вернуться в кемпинг и поискать зацепки, которые помогут мне найти ее. Осмотрите кемпинг. Так, дневники Евы. А, термокружка. Фото Евы. Яичная глазурь, пума, плеер, удочка, ключ. Я знал, что смогу. Продолжим. Так, дневники Евы и ее фото, это точно поможет. Может, эта фотография может офицеру Стюарту узнать ее? Кроме того, в дневнике может быть полезная информация. Посмотрим. Просмотр дневника займет время. Лучше начать сейчас. Так, найдите зацепки в дневнике Евы. Через час это будет готово. А пока что я не знаю. Давайте еще попробуем сыграть. А, уже нет времени. Эпизоды. Это сцена, это эпизоды. В поисках помощи, неожиданная встреча. Устали ждать, у вас полностью энергии. Попробуйте перекусить, чтобы восполнить ее и продолжить играть. Но у меня нету кристаллов. Можно за ВКонтакте покупать. 12 ВКонтакте, 110 алмазов. Неплохо, за 110 можно 1250 должно купить. Подарки. Вы уже отправили подарки друзьям, продолжите пару часов и попробуйте еще раз. Подождите пару часов. Так, ну понятно. В общем, вот такая вот игрушка, мне она понравилась. Я думаю, мы продолжим играть. Ну а пока что, я думаю, стоит попрощаться. С вами был Тарид, ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Вот, и будет вам продолжение. Пока что всем удачи, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.